Холодно, отопление еще не включили. Йола! Опять эта тварь в спячку упала. Чё? Я жив, я жив. Молодец, дай мне что-нибудь теплое, рубашку там. Спасибо. Но все равно холодно, толстовку кинь. На, держи. И вообще, куда ты намылилась? И вообще, почему вся одежда подо мной? И вообще, отстань, мне хочется спать. Подруги собралась. Так они все заняты. Так я к твоей. А? Чё? Ну, к твоей, гламурной. Сентябрь, оу, вернулась. Подожди, дай микрофон закреплю. Чё ты ржёшь вообще? Чего ржёшь? Небось опять перепутала мусорный мешок и сумку от Баленсиаги. Ну как сказать? Саня думала, что познакомилась с нежным французом Луи. А познакомилась она на самом деле с горячим китайцем с Руинем. Чё? Сумку, говорю, горячую купила. Прям такую горячую, что аж палёная. Ну, бывает. Так, а почему она у нас дома? Так как сумку нужно было приводить в приемлемый вид, я решила вывести Паль Абсолют. А поскольку некоторые хомяки бегали вокруг меня и орали, когда же мы вернем обратно этот шедевр китайского производства, кастом пришлось сделать максимально простым, но эффектным. Поэтому я откопала самоклеющуюся бумагу и распечатала надпись, которая будет красоваться на сумке. Кстати, подобный метод росписи одежды – один из самых простых, но при этом эффектных. Собственно, вырезала трафарет и надежно прихреначила к сумке. Трафарет должен максимально прилегать к ткани, иначе краска затечет под него, а это будет максимально неровно и некрасиво. Идея была в том, чтобы оставить на сумке как будто бы штамп. Поэтому вначале все заливаю белым фоном, а потом прокрашиваю красным. Все это делала я в два слоя для более яркого результата. На самом деле, это капец быстрый кастом. Разве что нужно было ждать, пока просохнут слои. Но зато в это время можно было поделать другие дела. Будто ты дома еще что-то делаешь. Это все потому, что я работаю. А вообще, это ты невнимательный, а я делаю. В общем-то, все просохло, и мы начинаем отрывать трафарет. На самом деле, здесь есть глубокий посыл, что не нужно гнаться за брендами, нужно быть собой. Да, глубокий смысл, глубокий посыл. Смысл в том, что просто кто-то лошара. Вали ты уже в свою спячку, задолбал. Нет. И, кстати, не забудьте закрепить краску на сумке. Мою я закрепляла проглаживанием через хлопчатобумажную ткань. Иначе рисунок будет плохо держаться, а так он надежно держится.
Но я же лучше всяких олигархов. Чай. Горный. Ну да, какой еще у нас после поездки на Кавказ? Йола, кстати, все еще не осетин. Подпишись, поставь уведомление, подписывайся на группу ВКонтакте. С вами был канал Блин-Лин. Пока! Йола! Чаек!